точно особый случай. Маньяк, убивающий женщин в красной одежде. Лично я занимаюсь убийством Дарьи Белых. Прошу одеть на меня железный браслет. Мотив есть. И хороший причем такой. А вы уверены, что Черкасов это именно тот человек, который справится с этим делом? Откройте милицию! Вот это ты зря. На работу хочешь вернуться? Вы внучка генерала Тимофеева. Никита, ну еще раз объясни мне, откуда у нас в СССР маньяки? Новое дело майора Черкасова. Комитетские дела – это ограбление госзнака. Убийством манекенщиц занимаемся мы. «Паук». Премьера многосерийного фильма. С 19 октября. После программы «Время». У меня такое чувство, что этим делом кроме нас кто-то еще занимается.